Здравствуйте! Сегодня я приготовлю свинину в духовке в ягодном маринаде. Для этого рецепта понадобится свинина, у меня антрикотная часть, ягода, смородина, брусника, соль, черный перец, масло подсолнечное, мед, соевый соус, молотый мускатный орех, антрикот, свинины. У меня здесь примерно 2-300. Я должна разделить реберную часть от основного куска. Куски вот такие щедрые получаются. Немножко кусочки я зачищу, убираю вот такие жирные места. Не совсем, конечно, обезжириваю. Нужно присолить из расчета 10 грамм соли на килограмм мяса. Солю с двух сторон. Таким образом я соль распределяю по всему кусочку. Готовим ягодный маринад. Я беру бруснику и свежую смородину. Брусника у меня из заморозки. Ягоду, ассортимент можно заменить на любую другую, которая имеет кислинку. Это может быть крыжовник, это может быть красная смородина, то есть на ваше усмотрение. Может быть клюква. Сочетание более сладкой смородины и терпкой брусники идеальное. 200 грамм брусники. Я немножко разморозила не до конца, правда. Нужно измельчить ее. Смородина 300 грамм. Пол чайной ложки молотого перца, мускатный орех, чайная ложка с горкой, масло растительное 80 мл, соевый соус, столовая ложка, мед жидкий должен быть растопленный, если он у вас густой, 80-100 мл. Теперь я хорошенечко этот соус стараюсь нанести на каждый кусочек равномерно. Смотрите, какой красивый цвет сразу. Натуральный краситель. Закрываю пищевой пленкой и оставляю на 2 часа. Можно больше. Духовку нагреваем на 200 градусов. Ставим на среднее положение решетку, готовим ориентировочно час. Наша свинина в ягодном маринаде готова. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки.